праздником. Он у нас сегодня проводится впервые, но надеюсь, что он будет традиционным. Хотелось бы сказать большое спасибо инициатору этого праздника. Это наш житель, односельчанин, татар Василий, который выигрывал неоднократно на таких соревнованиях. И хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Я первый раз вижу в Котовском такое количество людей, собравшиеся на скачки. И приехали, вот как ваши приезжают в Чедарунгу, каждый год приз Башкана забирают. У вас, наверное, все село уже коврами покрыто, те, которые выиграли на приз Башкана. Так и к вам приехали. Эти праздники позволяют нам и отдохнуть, и быть причастны к этим событиям, к этим прекрасным, великолепным животным, которые испокон веков были другом у человека и были рядом с человеком. И рад, что вы решили такое мероприятие провести у себя. Я хочу поблагодарить примара, я хочу поблагодарить вашего депутата, здесь глава администрации. Особые слова им благодарности, что мы вместе, не конфликтуя, работаем и стараемся решать вопросы каждого населенного пункта и конкретно села Котовское. Подтянитесь, витязь, победа, аккуратненько. Старт не кучный, ну поехали, время. Тихо, Бобровский идет, Дарлей, рядом с ним идет Весна. С поля третья победа, так сбоит Весна. Далеко отстал Витязь. И за ними победа. Ой, Весна. О, Стасик меня поправляет. Итак, финишная прямая. На первом месте уверенно идет Дарлей. Рядом победа. Вот это спорный финиш. Ну давай, ребята, внимательно. Скрипкин Сергей, Чемишлия, на жеребце Дарлей. Передайте. Так, на выдержку награждение проводит Башкан Гагаузии Михаил Макарович Фармузал. Миша Бигер Миндедур. Юнинде Тильянинда. Юнинде. А? Что? Лимба Дестат Барбеск? Да, нормал. Вот с ним. Ну и тем же. Сережа Скрипкин, щи Лимба Молдовине есть? Да! А шайбу. Все, спасибо. Хорошо, Златов Михаил, город Камрад. Есер Георгий Карланены, да? Ну, понятно. Я думаю, Арнджит, фамилия Серамина. Выходит мой большой друг, город-герой Твардица, Калев Кирилл! Он меня был и сейчас шампанский тарака. Спасибо, Кирилл, спасибо!